Я сейчас попробую первый раз пройти по лицу в метро. Хотя я опаздываю, но все равно вот записываю. Там, наверное, надо снять. Надо найти какой-то кружочек. Где же этот кружочек? А, вот кружочек. Еще надо расслабить лицо, наверное. Так, ну что, вот я... Молодой человек, пройдёшь вот? О! Открылось! Теперь надо понять, куда мне ехать. Туда. Ничего себе, круто.